Здравствуйте, мои дорогие друзья и гости моего канала. И сегодня я всех вас хочу поздравить с наступающим Новым годом, пожелать вам здоровья, счастья, благополучия, семейного очага, достатка в доме. В общем, всего самого-самого хорошего, что можно пожелать вообще. Сейчас год быка у нас уходит, и на смену этого года быка приходит у нас символ тигра, который будет нас охранять, защищать, беречь, то есть, который нам подарит и тепло, и уют в доме. Охранник такой хороший. Вот. Я вас всех люблю. Хочу вам сказать всем огромное спасибо, кто смотрит меня, кто подписан на мой канал. Большое человеческое спасибо. Я очень рада, и я вас всем очень-очень люблю. Друзья, я вас, правда, очень-очень всех люблю. Также я хочу пожелать вам, здоровья вашим семьям, здоровья вашим детям, в общем, всем сибирского здоровья, друзья. Также я хочу вам пожелать, чтобы наши сады прекрасно перезимовали, чтобы была хорошая, теплая зима, пушистая, мягкая, чтобы наши все растишки перезимовали и весной, проснувшись, начали радовать нас, друзья. И всем просто огромное спасибо. И еще раз с Новым годом и до новых встреч. Пока-пока. Снежинка — это чья-то судьба. Ее поймаешь в ладошки, растает она. Но каждый год в Новый год и каждый год в Рождество с неба идет это волшебство. С неба идет это волшебство. И нас закружит хоровод веселых фей. Снежную сказку, конечно, откроется дверь. И нас закружит хоровод веселых фей. Пора бы рыба. И в снежную сказку, конечно, откроется дверь. И в сказку отворится снова дверь. Игрушка на елке — это чья-то мечта. Ты к ней прикоснись осторожно, поверь в чудеса. Но каждый год в Новый год и каждый год в Рождество с нами происходит волшебство. С нами происходит волшебство. И нас окружит хоровод веселых фей. Пора бы рыба. И в снежную сказку, конечно, откроется дверь. А ты поверь, что нас окружит хоровод веселый фей. Пора бы рыба. И в сказку отворится снова дверь. И в сказку отворится снова дверь. Закружит хоровод веселых фей. Пора-пора. И в снежную сказку, конечно, откроется дверь. И нас закружит хоровод веселых фей. Пора-пора. И в снежную сказку, конечно, откроется дверь.